Но перед началом данного видеоролика я бы хотел попросить подписаться на телеграм-канал Димас Мегас Ютуб. Этот чел выкладывает очень годный контент по игре My Singing Monsters. Также на его канале вы можете найти много розыгрышей и так далее. Ссылка на его канал будет в описании и в комментариях. Обязательно подписывайтесь. Но я не буду тянуть, и мы погнали. И всем привет! И сегодня я буду играть в игру под названием The Ghost. Да, это игра хоррор онлайн. И я хочу попробовать даже ее пройти. И может, я не знаю, что сделать. Ну, давайте тогда вот. Игра сейчас. Просто нажмем. И я думаю, то, что ну там будет много скримеров. И так далее. Вот. Давайте оставим эпик. Вот. Рекомендуемый регион Европа. Окей. Так, это какой-то мужик. Давайте вот за вот... Фига себе. Вот за вот этого человечка сыграем. Все. Туториал. Хорошо. Игра, кстати, русская. От русского разработчика. Так, разрешить. Давайте. Ну так, что там? А, ну вот, плюс, многоэтажка. Знаете, типа... Ну, будут в одиночку играть пока что. Так. Ну, я думаю, тут есть большое разнообразие геймплея. По крайней мере, я на это надеюсь. И вот. Ну, я надеюсь, то, что игра, в принципе, меня не разочарует. И будет... Ну, хороший, то есть. Так, жилой дом. 30 октября, 3 часа ночи. Так, нам тут звонит, да? Так, вопрос. Я один на серваке? Или... Открывайся. Так. Перед нами встают две дорожки. Нам прямо или... Налево. Давайте налево. Так, тут забор. Открыть нельзя. Понятно. Тут можно еще бегать. Так, шкафчик есть какой-то. Не закрыт, походу. Ладно, нам тогда... Давайте попробуем на лифте покатиться. Тут написано радиация. Мы туда и поедем. Так, надеюсь, мы не умрем от радиации. Ну, как бы, потому что не хотелось бы так сразу закончить игру. Это как бы, ну, я даже не знаю. Так, вот мы и прибыли. Так, стоп, погоди. А куда это мы приехали-то вообще? Вроде то, кто, то, что нужно этаж. Ладно, хорошо. Так. Смотрите, у нас есть три двери, в какую нам бы пойти. Давайте вот эту. Они еще все закрыты, типа? А вот эта? Закрыта. Ну-ка, вот эта, она тоже закрыта. О, господи, что это было? Я даже пока что не знаю, слушайте. Пока что, ну, вроде какая-то есть нагнетающая установка. Давайте просто вернемся на дефолтный этаж. Потому что мы его не полностью еще осмотрели. Так. Будем осматривать первый этаж. Или какой-то. Ну, просто не хочу так быстро заканчивать игру. Что заберемся от радиации. Написано насчет радиации. Так. Ага. Шестой этаж. А, так. Мы на шестом этаже. Тут то же самое. А, дверь закрыта. Ну-ка, вот, вот из этой двери я вроде вышел, да? Она больше не открывается. И тут ничего нельзя залутать, к сожалению. И это, я не знаю, грустно это или весело. Ну, в принципе, да ладно, как говорится. Мне, в принципе, не нужно. Если это пока что ничего. Так, давайте попробуем открыть какую-нибудь дверь.
сигарет. Так. Я не знаю, как открыть дверь. Поэтому давайте просто прям. За мной тут какой-то... Ну ладно. Так, где это я? А, все. Ну, типа, игра закончилась, да? А давайте теперь попробуем на онлайн, а не на своем. Онлайн? Так, 2 из 3, 2 из 3. О, 3 из 5. Давай сюда. Мое слово «моча». Я напишу так. Это часто видишь в туалете. Дам всем 3 минуты. Угадайте, кто шпион? Только он не ошибся. Ну, кто может? Ну, ладно. Какая-то странная фигня. Виплей, типа. Так, канализация. Смотрите, наша задача — это найти каких-нибудь людей, которые тут могут быть, в принципе. Так. Ага. Соединение потеряно. В смысле, переподключиться. Странно что-то. Принт вроде есть, слушайте. Ну, давайте глянем. О, все, кайф. Инет есть. Секретная гранатка канализация. Лаборатория канализации 10-9 утра. Тут какие-то люди уже бегают. Давайте попробуем посмотреть, что у нас тут есть. У меня фонарик сразу есть в руке. Интересно, это куда прыгнуть? Фонарик. Ладно, я проверять не буду. Так, наша задача — это выживать. Просто выживать. Так, нормально. Повыживал. Повыживал. Зашибись, повыживал. Так. Надо замазать. О боже, все, это пипец. Это реклама. Ё-моё, это... Капец. Давайте тогда... На вот эту. На русский сервак. А, все, сервер заполнен, да? Давайте тогда на этот. На этот. О! Достигнет топ 100 рейтинга таблицы лидеров, чтобы получить эксклюзивную награду. Так, с нами есть чел. И еще чел. Давайте сразу посмотрим, что мы имеем, в принципе. Какие-то палки. Нам туда получается, да? Да, нам туда. Теперь нам нужно выбраться отсюда, да? Я понял. Давайте тогда попробуем поискать какие-нибудь ресурсы, потому что вот если, например... Так, кто эти? Ждем игроков. А, игра еще не началась. Так, а в принципе, еще человек. На самом деле. Так, последний чел, пожалуйста, последний чел. О, кайф, все, последний чел. Ага, так, все, погнали. Давай. Run! Беги, какой-то чел написал. Русский сервер. Ghost spotted. Следовать опыт, наша задача. Ghost давай. Spotted. А, сюда, вот этим челиком. Это вроде админ, да? Тут еще какие-то люди есть. Опа, ключ, бери ключ, брат. Просто ключ. У нас он есть. Так, открывайте дверь, открывайте дверь. Погнали. Run! А тут ничего нет. Пацаны, открывайте дверь. Да вы что, тупые? Господи, кто это? Кто-то муравей там бегает. Нет, тут ничего нет. Давайте тогда вот посмотрим, что у нас тут. Опа, ящичек. Ящик для... арабский какой-то. Генераторы. А, нам надо включить все генераторы. Понятно. Давайте искать генератор. А, так. А это генератор? Нет, это не генератор. А вот, походу, генератор. Генератор, да? Я чё написал? Я заметил привидение. Ну, не знаю, чё. А он опять... Нет, это то же самое. Беги. Господи, да хватит. Давай я уже беги. Беги. Просто спали в чат.
нашел колокол. Так, а сколько еще людей тут? Так, ну давайте, в принципе, дальше идти. Потому что, ну, нам туда вот, да? Там метка какая-то стоит просто. Нам туда походу. Так. Так, так, так. Мы должны просто включить все генераторы. Я могу еще... Так, у нас карта. Есть. Канализационный лабиринт. Нам, походу, туда, да. Ё-моё! А чё? Ё-моё! Офигеть, это чё? Да ну нафиг! Это очень огромная карта. Так. Ладно, давайте к нашим чувам тогда, они там вот стоят. Бам, вообще ничего не видно. Да, господи, включись. Так. Где я сейчас нахожусь? Стоп, мне нужно повернуть обратно. Погоди. Стой, слушай, погоди. Так, мне теперь туда, да? Да, да, мне туда, мне туда. Так. Давайте посмотрим, что у нас тут есть. Что мы... Типа, ну, как бы, где? А, вот, все, челы, наши челы тут недалеко. Конечно, я вышел из этого лабиринта. Это кайф, это кайф. Теперь нам туда, да? А вот чел, он прям за калитой. Капец, мне нужно к нему. К челику нужно. Ага, все, кайф, кайф, я с челиком. Он тут. Это очень хорошо, меня это радует. Тут что-то? Мне это включить нужно, да? Есть стресс вольт. Там написано было. Вон, челик, челик, давай, иди сюда. Брат, брат, давай, давай, давай. Заходим. Пацаны, заходим. Давайте, давайте. Что у нас тут? Так. У меня какая-то идея, я не знаю, что такое. Все, все челики на месте, пацаны на месте, все. Сейчас зашибись, зашибись. Давай, 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 туда, туда. Открыть, открыть дверь. Открыть дверь, открыть, открыть дверь, открыть дверь. Дверь открой. Спасибо. Все нормально. Да пошли. Что мы стоим? Давай. Найдите больше двери. Давайте. Тут? Опять пишет, я заметил привидение. Давайте ключ искать гений. Y'all doing great. Great job. Так, там я был. Умирает. Какой-то человек умирает. Блин, чел, что с тобой? Алло, помочь ему. На. Ах, придурок. Так, мы где? Помоги! Понимаешь? Так, спасибо, брат, спасибо. Спасибо тебе большое, брат, спасибо. Вот если я этого человека буду хилить, то нахуй. Чего это? Да откуда? Алло, гараж, откуда это чел? Спасибо этому чуву, который всех спасает. Это хиллер. Так, я так и понял, что у нас задача. И что мы можем сделать. Но, в принципе, тут есть... Блин, вот она, канализация. Капитан огромный. Но мне нужен выход, я выбрался. Нам надо выбраться из него. Хиллер, спаси меня, хиллер. Что? Найди ключ от двери. А, это человек. Так, 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 так. Стоп, это кто?
Погоди, это кто вообще? Надо избавиться от этого Дина. Все, не убежал. Пацаны, наша задача туда попасть. Туда. Давайте туда. Можно найти ключ. Ключ? Drop item. Открой, пацан, открой. Вот это чел. О, господи, он сюда походу. Куда? Куда? Так. Куда он? Погоди. Господи, эта хрень меня опять поймала. Ну, он реально уже бесит, ну вот честно, вот. Он где, он идет? Он не... Потом засыпал. Не просто? Ладно. Окей. Окей. Окей, хорошо. Давай. Ладно, ребят. Всем спасибо за просмотр. Всем... Короче, ставьте лайки, подписывайтесь. Ставьте лайки, подписывайтесь, короче. Ну, там, напишите комментарии. И всем спасибо за просмотр, и всем пока.